первый наш форум. Расскажите о себе. Чтобы перейти в этот форум и добавить запись о себе, нажмите на ссылку. Здесь вам необходимо рассказать, как вас зовут, откуда вы. Расскажите все о вашей семье, о работе, о служении в церкви и о том, что вы хотите получить и узнать на этом курсе. И для того, чтобы добавить ваше сообщение, нажмите кнопку «Добавить тему для обсуждения». Мы с вами видим несколько текстовых полей. Обращаем ваше внимание на это поле. Если щелкнуть на эту кнопочку, наша панель расширяется, чтобы вы могли писать здесь текст и, естественно, его форматировать. Если нажать еще раз, панель сворачивается. Итак, мы с вами пишем тему. Пишем здесь о себе. А здесь мы должны с вами подробно все рассказать. Чтобы вам было проще писать, обращайте внимание вот на этот текст. Здесь как раз и находятся те вопросы, вам необходимо на них ответить. Далее, как только вы опишете здесь о себе, дадите подробную информацию, мы с вами нажимаем на кнопку «Отправить форум». Но так как я еще ничего не добавил, поэтому у нас произошло то, что мы видим. Итак, я пишу. Меня зовут. И так далее. Мы написали и нажимаем «Отправить форум». Все, мы с вами видим следующее сообщение, что наше сообщение принято и сохранено. Далее. Вот мы находимся в этом форуме и уже видим первую запись. Опять, о чем эта тема? Написано «О себе». Кто написал? Студент такой-то. Поэтому не нужно писать «О себе», такой-то, такой-то. Будет понятно и так. Далее. Мы с вами переходим обратно к курсу. Чтобы перейти, необходимо нажать на ссылку, которую вы видите вверху. «Основа академической грамотности». Нажимаем.